Друзья, всем привет! Бренд Greenworks предоставил мне возможность протестировать технику. Сегодня я буду тестировать мойку высокого давления модель G3. Вся техника пришла на палете. Упакована была в прозрачную стрейч-пленку и доставка была быстрой. Итак, в комплект входит пистолет-распылитель с удлинителем, ПВХ-шланг длиной 6 метров, универсальная насадка с форсункой, турбонасадка, пенокомплект, руководство по эксплуатации, ну и, собственно говоря, сама мойка. Сама мойка оснащена двигателем на 1500 Вт. Есть также фильтр от попадания грязи. Для уменьшения расхода воды предусмотрена система полной остановки помпы. Также есть перепускной клапан со сбросом давления через головку насоса. Ну, знаете, проще говоря, это чтобы помпа не разрушалась. Вот за счет быстрой фиксации насадки очень легко меняются. Ну вот, в принципе, кратко все о самой мойке, но теперь самое важное, пойдемте и протестируем, как она будет в работе. Так, теперь я вам хочу показать мойку в работе. Она относится к среднему классу бытовых моек, но основная задача какая? Это очищение от пыли, от грязи, помыть машину, постирать дорожки, ковры, ну и так далее. Подключили уже воду, вода будет поступать из колодца. В колодце находится насосная система. Дополнительно и здесь единственное, мы еще установили фильтр, сняли с другой мойки. Почему? Потому что у нас вода очень ржавая. Чтобы не засорить и не испортить аппарат, дополнительный фильтр. Он здесь уже находится, но мы поставили еще один. Вода у нас в колодце очень грязная, с примесями. Вот чтобы не нарушить работу прибора, поставили на всякий случай. Так, ну что ж, теперь начнем. Подключили уже пистолет, насадка, все. Так, в работе я показывать буду. Я буду мыть теплицу, теплицы. Их у меня две, они обе стеклянные. Я каждый год мою теплицы. Основная мойка у меня осенняя, дезинфекции. А вот сейчас весной я просто убираю вот как раз таки пыль, грязь, которая осталась после зимы, потому что я уже на этой неделе буду выносить сюда рассаду, подготовила вот эту среднюю грядку и хочу с помощью автомойки промыть стекла, как внешние, так и внутренние, просто водой. Я и так делаю каждый год. Стекло мыть одно удовольствие. Ну а с помощью мойки высокого давления это делать очень быстро, качественно. Я хочу сказать, что вот этот гибкий шланг, который соединяет пистолет и саму мойку, он 6 метров, что позволяет, конечно, далеко отходить. Очень удобно. И сам провод электрический, он, по-моему, около 8 метров. Тоже хорошо. И сама мойка, она может при работе находиться как и в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Ну что, начинаем мыть.
еще попробовать емкость для преобразования пены, помыть фундамент у теплицы. Что, снимаем насадку. Все довольно-таки легко. Ставим насадку с пенником. Все, сейчас попробуем, как будет образовываться пена. Ну, вот такой пенопреобразователь, вы сами видели. Сейчас я смою. И все, теплица уже готова.